Итак, мы снова возвращаемся к главной теме дня. Через 6 небольшим часов в Красноярске откроется 29-я зимняя универсиада. Прямой эфир в 16:15 на Матч ТВ для вас проведет легендарный тандем в лице Дмитрия Губерниева и Ольги Богословской. Буквально через несколько минут в нашем эфире случится еще одно важное, яркое и долгожданное событие. Сегодня начинает свое вещание новый спортивный телеканал «Матч Страна». И торжественное право открыть новый канал передаем Дмитрию Губерниеву, который в компании совершенно замечательных гостей выходит с нами на прямую связь из нашей яркой и живописной красноярской студии. Привет, Красноярск! Добрый день, Дмитрий! Уверен, и тебе тоже очень хочется сообщить поклонникам спорта эту добрую и волнующую весть. Пожалуйста. Совершенно верно. Михаил, уважаемые друзья, здравствуйте. Компания замечательных людей. И сегодня мы, находясь здесь, в сердце Всемирной зимней универсиады, она будет открыта уже через несколько часов, открываем канал, который будет посвящен спорту большой, великой спортивной державы. Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта нашей страны, олимпийский чемпион Павел Колобков, руководитель «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Друзья, здравствуйте! Игорь Евгеньевич, все-таки здорово и символично, что мы здесь, в этом прекрасном городе молодости, красоты, открываем канал, который будет рассказывать о больших победах российских спортсменов на российских соревнованиях. Я хочу поздравить всех любителей спорта, прежде всего потому, что мы находимся в центре России. Я хочу поздравить спортсменов, любителей спорта от Калининграда до Владивостока, из Красноярска. Поздравляю вас. Уже через несколько минут, друзья, посмотрите, идет обратный отчет. Канал начнет свое вещание. И как же рад министр спорта, легендарный спортсмен Павел Колобков, что на этом канале будут побеждать только наши спортсмены, Павел Анатольевич. Действительно, это канал для всех долгожданный. Мы его давно обсуждали. Полностью будет всероссийский контент. Увидит этот канал вся страна. Поэтому, действительно, это большой праздник для всех любителей спорта, для всех любителей наших спортсменов. Будет совершенно уникальный контент, который мы будем, конечно, формировать вместе с нашими федерациями, регионами, компанией «Газпром-медиа», «Матч ТВ». Поэтому я всех поздравляю, я очень рад, действительно, долгожданное событие. Дмитрий Николаевич, вы запускаетесь, непосредственно занимаетесь запуском телеканала. Вот что будет там? Смогу ли я там поработать? Смогут ли поработать журналисты матчей? Что увидят телезрители? Потому что это действительно по-настоящему огромное событие в моей жизни и в жизни каждого влюбленного в спорт человека. Дмитрий, ну, кто будет в кадре, всегда решает зритель. И то, что с вами приходят рейтинги, это уже знак того, что вы будете работать на «Матч Страна» обязательно. Спасибо. Потому что зритель хочет слышать ваш задорный голос и ваш профессионализм. Но здесь очень интересный момент, что мы с вами уже не первый раз запускаем каналы, и всегда это получается очень хорошо, поэтому здесь есть некий символизм. Очень здорово, что мы все вместе в такой компании запускаем такое правильное дело. Конечно, мы немного волнуемся, мы к этому готовились 2 года, но я уверен, что у нас все получится. Игорь Евгеньевич, смотрите, мы понимаем прекрасно, что есть рейтинговые виды спорта, которые так как локомотив везут, и холдинг «Газпром-медиа», и «Матч ТВ», но на самом деле, как мне, Гребцу кажется, что «Матч Страна» — это как раз акцент на тех видах, которые уже в самое ближайшее время смогут стать популярными и где выигрывают наши, потому что после национальных чемпионатов формируются сборные команды, которые дальше выступают на чемпионатах мира и Европы. Хочу сказать, что мы, наверное, будем здесь показывать не только олимпийские виды спорта, но также те виды спорта, которые символизируют Россию. Они пока еще не вошли в олимпийскую программу, но я уверен, что люди смогут увидеть наших чемпионов, которых они не могут увидеть на каналах, по которым мы показываем только олимпийские виды спорта. И это здорово. Павел Анатольевич, смотрите, то есть мы находимся здесь, в столице зимней универсиады. Красноярск великолепен на самом деле. И вот мне кажется, что вот это совпадение, оно совершенно не случайно, потому что мы ждем блестящую организацию, мы ждем побед российского спорта, и мы ждем еще канал, который все это объединит и символизирует. Ну, безусловно, конечно. Но вы знаете, Красноярск за последние 5 лет
Он стал не только красивым городом, каких мы знали всегда, он стал еще очень спортивным. За эти 5 лет мы построили множество спортивных объектов, действительно, на которых мирового уровня, на которых можно проводить любые соревнования. И, конечно, Матч ТВ, который покажет все буквально все игры и универсиады, конечно, в этом смысле, конечно, наш главный партнер. Я надеюсь, что и трансляции, которые вы будете показывать, они вызовут интерес у всех зрителей. И я хотел бы добавить про рейтинговые виды спорта и не рейтинговые. Я считаю, что как раз благодаря таким вот каналам можно познакомить наших зрителей с теми видами спорта, которые давно не показывались на широком экране, особенно на общедоступных федеральных каналах. И вот сейчас, уважаемые друзья, посмотрите, как Дмитрий Чернышенко с волнением как раз наблюдает в сторону монитора, где обратный отчет, потому что мы действительно сделали многое, друзья, чтобы «Матч страна» начал вещание уже через несколько секунд. Новый спортивный телеканал России. Россия – страна с богатой спортивной историей. Страна с большими спортивными амбициями. Страна, в которой рождаются великие чемпионы. Новый телеканал «Матч страна». Территория российского спорта. Спасибо Дмитрию Губерниеву и уважаемым гостям. Студия в Красноярске продолжает свою работу, но уже в прямом эфире на телеканале «Матч страна». Еще раз поздравляю всех болельщиков, а значит и всех нас со стартом нового телеканала. «Матч страна» будет внимательно следить, рассказывать и показывать все значимые события из мира спорта, которые проходят на территории России. Разумеется, в полном объеме на новом телеканале вы увидите зимнюю универсиаду, которая сейчас проходит в Красноярске в самом, что ни на есть, полном. Вот такое у нас замечательное утро. Смотрите спорт, смотрите телеканал «Матч страна». Счастливо! Ура!